Итак, всем доброе утро. Сегодня у меня тренировочный день. Сегодня 7 мая 2020 года. И за окном у нас идет тренировка. Сейчас мы будем исключены перед тренировкой. Тут наши дети могла быть ваша. А это понравится, у меня здесь будет акция. Пишите мне в WhatsApp, пишите мне в социальных сетях, заказывайте мне лайк. Да, сегодняшний у нас вес 79-90. Тренируемся, товарищи, и правильно питаемся. Итак, всем привет. С вами врачей Дух Чубецкий Владимир Владимирович. И у меня сейчас будет контроль на взвешивание после тренировки. Напоминаю, рекламщики, здесь могла быть ваша реклама. Напоминаю про конкурс, фитнес-конкурс. Кстати, тоже можете поучаствовать. Надо бы сделать объявление, кто-то заинтересуется. Нужно на шаговой дорожке прошагать больше 72 минут без перерыва. Я уже это сделал. Градус подъема 15 градусов, скорость от 5 до 7. Тот, кто это сделает, присылайте мне ваше видео ВКонтакте, в WhatsApp, в Telegram, ну или в личку напишите. И конкурс действует до 30 мая. От меня приятный приз. А сейчас контрольное взвешивание. Так, контрольное взвешивание после тренировки. По нулям. Вес в конце тренировки составил 79 килограмм 250 грамм. Худейте со мной, худейте лучше меня, худейте против меня. Участвуйте в конкурсе.